можно начинать. Я знаю Сергея Митрохина уже более 30 лет. И все это время я вижу, как он сражается за права людей и в Москве, и в других городах. Это и гражданские права, и социальные права. И сейчас тоже мы с ним сотрудничаем в очень многих горячих точках Москвы, и на Пресне, и на севере Москвы, где идет борьба жителей против терминально-логистического центра. И Сергей бросается просто как рыцарь бросается туда, где людям тяжело. Он очень хорошо юридически подкован, он очень смел. К сожалению, наши неправедные суды, полиция постоянно хватают его, обкладывают гигантскими штрафами. Но люди знают, что нужно помогать и ему, и нужно вместе сражаться за наши общие права. Поэтому, конечно, сейчас в сейчас в городской думе очень бы понадобился такой агент народа, как Сергей Митрохин.